Продолжается ремонт и модернизация котельных теплоэнергоцентров Кентау. Строительство стратегически важного объекта находится под строгим контролем. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды в очередной раз посетил теплоэнергоцентр в Кентау, где курировал ход строительства. Заслушав отчеты подрядчиков, дал поручение ускорить работу. Были озвучены недостатки, проанализированы работы. Строительно-монтажные работы по проекту реконструкции котельных проводит ТОО «М-Холдинг». Согласно утвержденному графику, завершение работ по котельным номер 8, номер 11 запланировано на 30 августа текущего года. Котельные номер 9, номер 10 на вторую декаду сентября, а завершение строительства котельных номер 7, номер 12 на 30 ноября. Также ведется текущий ремонт котельных номер 5 и номер 6.